Добрый день, с вами снова «Смотрите сами» и подробный анализ событий прошлой недели. Если нравится, подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки, жмите колокольчики и комментируйте. Я все читаю, на некоторые комментарии даже отвечу вам в отдельном видео. Кроме того, чем больше ваша вовлеченность, тем больше людей увидят этот выпуск и узнают правду о том, что же происходит в мире. Поехали! На вещи можно смотреть по-разному, с разных, так сказать, ракурсов и углов. Еще, конечно, многое зависит от того, кто смотрит на предмет и что в нем видит. Вот, например, носок. Обычный белый носок. Что же в нем видит домохозяйка? Она видит, что красивым он выглядит только на витрине. Ее мозг понимает, что отстирать этот носок уже после первой носки и тем более сохранить его белизну – та еще задача. Кроме того, думает домохозяйка, сразу и о паре для этого белого супремасиста, который точно ее поработит. Модники видят в белом носке прекрасный аксессуар. Белые носки под светлую обувь, белые носки под черную обувь. Эти споры не утихают со времен Троянской войны или немного позже, но достаточно давно. К примеру, группа Red Hot Chili Peppers в белых носках увидела возможность избавиться от целого ряда предметов гардероба. Собственно, только эти носки на себе я оставив, как во время выступлений, так и на фотосессиях. Помните эти знаменитые постеры? Энтони Кидис, вокалист и создатель группы, в своей автобиографической книге «Паутина из шрамов» вспоминает, как в 1983-м ему в голову пришла идея выйти на сцену в одних носках. Тогда малоизвестные еще музыканты выступали в стриптиз-клубе, и Кидис подумал, что выход на сцену в носках, натянутых на причинное место, хороший знак солидарности с девушками, которые работают в этом клубе, и одновременно прекрасный бонус для зрителей во время выхода группы на бис. Но то все события минувших лет, да еще и в США. А эту историю я вспомнил лишь в связи с тем, что совсем недавно произошло в России. Итак, внимание, сказка про Z-активистов, голую вечеринку и Z-celebrities. Сказка, которая настолько ужасна, что в ней прекрасно все. Смотрите сами. Телеведущая, инстаблогер и просто инстаблогер Настя Ивлеева придумала закатить голую вечеринку в московском клубе «Мутабор». На вечеринку можно было попасть, соблюдая дресс-код «almost naked», что в переводе означает «почти голый», и заплатив при этом солидную сумму за вход. В первый день веселья в клуб могли попасть только знаменитости и разные небедные завсегдатаи московских клубов. Цена за входной билет, говорят, достигала 1 000 000 рублей. Звезды российского покроя Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Ксения Собчак выставили свои полуголые фотографии в соцсети. Праздник смелости и пафоса. Порой человеку со здоровой психикой было сложно разобраться, что же именно происходило на этой полуголой вечеринке. Но им, элитным представителям российского общества, наверное, виднее. Анализу это точно не поддается. А вот российский рэпер Николай Васильев, он же Васио, пришел в одном носке. Ну, прям как исполнители группы Red Hot Chili Peppers в начале 80-х прошлого века. Только это 20-е годы века этого. И не Америка, а Россия. Поэтому на него тут же настучали патриотически настроенные сограждане, за что Васильева незамедлительно отправили под суд. В пресс-службе московских судов тут же заявили, что Васильев нарушал, мол, общественный порядок, выражался грубо, нецензурной бранью и распространял в телеграм-каналах публикации, направленные на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Его признали виновным в мелком хулиганстве, за что назначили 15 суток ареста, а также в гей-пропаганде, за что он должен заплатить штраф 200 тысяч рублей. На плакате Red Hot Chili Peppers было написано «Борись как храбрец». Видимо, эта фраза и вдохновила российского рэпера прийти на вечеринку в одном носке. А вот российская правоохранительная система, которая теперь регулирует даже одежду для пенисов, вдохновила исполнителя записать видео «Извинения за свое дерзкое поведение». Вот оно. Смотрите сами.
Я придумал свой образ и хотел удивить публику, которая присутствует на этом закрытом мероприятии. И в итоге был замешан видео с участниками этой вечеринки, которых я абсолютно не знаю. И хочу сказать, что я никак не поддерживаю ЛГБТ и не хотел никакой сделать пропаганды в этом. Я осуждаю сторонников ЛГБТ. Приношу извинения за то, что вызвал, за то, что оскорбил чувства многих людей и в такое, в столь тяжелое время для нашей страны. В общем, ни борец, ни храбрец ЛГБТ не рекламировал. Плохо снято и плохо смонтированное видео разнесли в массы российские СМИ. Причем государственное информагентство РИА Новости опубликовало сразу две версии ролика. Во второй записи рэпер также извиняется за то, что оскорбил чувства многих людей в столь тяжелое для России время. О как! На этом историю про голую вечеринку Ивлеевой можно было бы и закончить. Но нет, тут же столько всяких деталей. Ведь действо должно было происходить целых два дня. Первый, как я уже сказал, для богачей и селеб, чтобы за 1 000 000 рублей потрусить телесами могли избранные. Ну а второй день задуман был для простых смертных. На этот второй день подвиг богатых могли повторить обычные московские нищие. Обошлось бы им это в небольшую сумму от 1 500 деревянных. Но полиция, говорят, очень не хотела, чтобы подвиг богатых могли повторить простые смертные. Они приехали с проверкой в клуб, правда, скоро уехали. И этим простым смертным все же повезло походить в полуобнаженном виде по модному московскому клубу. «Комсомольская правда» пишет, что настучали даже на зэ-патриота Киркорова. Киркорова задумали лишить звания народного артиста России из-за его участия в этой скандальной вечеринке. С такой инициативой в Минкульт обратился глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он заявил, что поведение поп-короля и других гостей вечеринки аморально и вызвано их равнодушием к стране, в которой они живут и зарабатывают. А своим поведением Киркоров дискредитирует высокое звание народного артиста. Киркоров это все никак вообще не прокомментировал. А вот якобы оппозиционерка и крестница Путина Ксения Собчак выложила в свой телеграм-канал вот это видео. Ну а к нему написала дословно следующее. Может, это была, на ваш взгляд, неудачная вечеринка, может, хотелось гламура, а получилось, как получилось. Может быть, вам не нравится на все это смотреть, но простите, куда и когда взрослым людям ходить с голой жопой – это их личное дело. Мир несправедлив был, есть и будет всегда. Где-то убивают, где-то голодают дети, а где-то в это время пьют шампанское. Никакой траур не может длиться вечно. Что характерно, что первыми волну возмущения подняли в телеграме зэ-патриоты. Мол, пока российские мужчины погибают в Украине, на войне, конечно, слово «война» никто из них не написал, российские знаменитости жируют и пляшут голяком. Патриотический телеграм-канал «Два майора» возмущается также, что хозяйка мероприятия Ивлеева надела на себя пояс, украшенный изумрудом, за 23 миллиона рублей. Эти зажравшиеся выродки уже сняли новогодние огоньки для телевизора. Нам их будут показывать, пишет автор поста. Ну что ж, так это и работает. Путин нападает на соседнюю страну, перекраивает мировой порядок и российскую экономику. На войне гибнут сотни тысяч работоспособных граждан, еще столько же получают увечья. Ну а в это время россияне платят налоги, затягивают пояса без камешка за 23 миллиона и усердно смотрят телевизор, чтобы забыть, что их дома не отоплены, что в магазинах по-прежнему туго с яйцами, что в подъездах царит бардак. Но сотни миллиардов долларов на войну Путин находит, а на простые бытовые вещи нет. Главное ведь победить соседнюю Украину и здравый смысл. А как будет в собственном доме, похоже, никого не интересует. Без яиц приходится жить далеко. Не всем. Но об этом уже в следующем блоке. Смотрите сами.